Южноафриканская Республика не только подписала Римский статут Международного уголовного суда, которым этот орган был учрежден, но, что еще более важно, внесла этот статут в национальное законодательство. Власти страны просто не могут предоставлять иммунитет иностранным лидерам, приезжающим в ЮАР. Для того, чтобы это изменить, требуется продолжительный процесс и нужно голосование в парламенте. А для этого нужно большинство, желающие за это проголосовать. Однако правящая партия, Африканский национальный конгресс, очень разделена по этому вопросу, и набрать такое большинство очень трудно. Но даже если такое большинство наберется, что почти невероятно, то потом это должен рассмотреть и одобрить Конституционный суд, и есть уверенность в том, что суд это отвергнет. И если Путин приедет, то у властей ЮАР не будет иного выбора, как его арестовать.